Tutte bombe la vita, la vita c'è. Quando si c'è, c'è. Tutte le bombe la vita, la vita c'è. Quando si c'è, c'è. Quando si c'è, c'è. Quando si c'è, c'è. Ma qua. 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 Ну, может, другого кайфа, очень чем шире, тем лучше. Но главное, иногда была зима, и полка у нас на полу, на полу. Да. Кирку вот так вот, да, она на интеллект, да, как бы она получила. Кирку вырубили, да, во вперед, без одежды. Ну, вот прям вся история. И из этого положения делали на полном тоже. Полно. Вот это такое маленькое, на полочку. О, и вся разница. Thank you.
сейчас. И переходим в положение четырех опор. Надо не подключить. Подойти к одному. Подолкнись руками на так. Скупая спину. Для удержания вперед. Легче руки. Крепче. Продолжай динамики. Двигайся так, как подсказывает себя. Здесь нет правильно или неправильно. Здесь только ощущение, что было комфортно и приятно. И нежно опускаем человека, пропитающее сердце. Видите закон? Если у тебя сегодня первый неделенный день, будем это асана на путь ребенка, сильно так. Позволяй себе с каждым выходом представлять еще больше. Позволь силам гравитации делать свою работу. Наблюдай, как тело тяготеет к земле. Thank you.
Чего ты сказал, что не копит? Ты не стоишь. Вытяни левую ногу назад. Движение с тобой к себе и под себя. Дышим глубоко. Себе вдох. Выдохнем колени в груди. Сжимайте. Продолжаем динамику. Вдох. Выдох. Делаем не спеша. Вместе вдыхаем. Следующий вдох. Подвигайтесь вперед назад. Растягивая подмышки. Теперь развернись на правом колене, правая рука на голову, с левой рукой тянись вверх. Глубокий вдох. И выдох. Теперь потянись рукой вперед, подними ногу, баланс. Вдох. Вверх сжимаемся, соединяем локоть и колено. Продолжаем динамику. И завершаем. Опускаем ногу, отталкиваемся рукой. Тянемся правой рукой наверх. Передвинем к левой ноге. Глубокий выдох. Опустить немного. И наблюдать ощущения. Доброе утро. С вами Лена. Добро пожаловать на практику. Ложимся на спину. Присаживаемся в спину. И положи его на колено.